А в Актобе начали подготовку к празднованию 70-летия Великой Победы. К юбилейной дате планируют полностью отреставрировать единственный в городе мемориальный комплекс «Вечный огонь». На протяжении 35 лет он ни разу не ремонтировался. И только сейчас городские власти изыскали средства на обновление обелиска и прилегающей к нему территории. Из местного бюджета на эти цели уже выделили более 94 миллионов тенге. Это порядка 500 тысяч долларов. Чиновники уже объяснили, на что собираются потратить такую колоссальную сумму. Здесь дорогое в основном это стоимость строительных материалов будет занимать, потому что будет установлен панно в виде знамени развивающего, облицованный гранитом. Также будет меняться сам подстамент Вечного огня, который тоже будет облицован гранитными плитами. При реставрации будет изменено расположение газогорелочного устройства. Его перенесут на 5 метров дальше от обелиска. Реконструкции подвергнется территория вокруг комплекса и ночная подсветка. Также изменится расположение гранитных постаментов с выбитыми на них названиями городов-героев.